Всем привет, мы с братом идем погулять. Вот тебе хорошо. И вот как я оделась, да. Тебе хорошо, хорошо, кардиганчик. Идет тебе. А то Андраника зовет. Здесь у меня попугайчики. Все, пошли. Поехали. Здесь одностороннее движение. Сначала в эту сторону, потом с этой стороны. О, КамАЗ. И мы в парковке торгового центра. Пошли посмотрим, что здесь есть. Да, у нас? А. Мы идем в химчистку сдавать вещи. У вас оставить? А здесь супермаркет Виктория. Там ничем от него здесь. ₽114 всего лишь. Черный рис, фиолетовый. Тут в холодильнике яйца, майонез, тут мясо, мясной отдел, там тоже мясной отдел. Тут вот такие стаканчики красивые. Если есть карточка, скидки будут. Ну если вон там твоя машина, пойдем туда. О, на. Какой дождь начался? Четверг, как в четверг, а? Где на гости считать беседу? Что творить после дождя? Вот и все, мы пришли. И куда же мы пришли? Мы пришли к моей маме на работу. Отсюда, кстати, у нас играет Маша и Медведь мультик. Только что у нас был мальчик на стрижку. Вот как выглядит наш салон красоты, пожалуйста. И здесь идем к маме. Вот у нее такая радужная стена. А вон туда нам нельзя, потому что не разрешает туда идти и снимать. Хотя я могу его стену тоже снимать. А вот здесь вот такие ключи висят. Вот так. Украдем несколько штук черешни и пойдем посмотреть дальше YouTube. Покажу, какие цветы, мама.
Вот, если не ошибаюсь, называется «Женское счастье» этот цветок. Или этот, один из них. Вот так, цветет белый цветок у него. И называется «Женское счастье». Если подарить такой цветок девушке, женщине, то получается дарите этой особе счастье, дарите, подарить счастье. А вот это уже мужское счастье. Тоже цветок красного цвета. Мужское счастье. У нас дома один есть, он уже расцвел. Вот так выглядит. Ну а это у нас обычное, как там, денежное дерево. Тут вот такой большой цветочек. Снимаю и параллельно кушаю черешню. Такая вкусная. Кстати, армянская черешня была. Вчера купили. Здесь вот такой длинный кактус. Здесь тоже две получаете их. И вот такой цветочек. Вон маленький еще. Мне очень нравится. Вот эти статуэтки мне очень нравятся. Это, наверное, с прошлого года осталось. Ну, здесь рабочий телефон у нас стоит. Тут, тут мамины очки. Футляр я подарила на Красной площади, купила, помню. И вот эта картина у нас дома висит, у нас типа на Герте. И так, кстати, это вот уголок этот для маникюра у нас. И здесь вот на стене такие бабочки. И вот такие картинки. Очень громко. Потише сделаем, потому что у нас... Угу. Когда дети приходят, тогда будем звуком. А так у нас играет музыка. Вот так. Не знаю, сегодня что-то, если будет, поснимаю. Если нет, может, на этом и закончу. Вот так. У нас все работают, кроме меня. Я пока не могла найти себе работу. Я хочу работать косметологом. Какие красивые цветы. Мокрые. А мы идем в другой магазин еще. Потому что нам что-то хочется, а чего мы не сами не знаем, чего хочется нам. Поэтому решились пойти в ближайший магазин и посмотреть, чего нам хочется. Что мы купили в магазине? В первую очередь это у нас туалетная бумага Сакура. Плаж. Как? Аромат. Короче. Да, с ароматом сакуры. Потом купили вот такой чокопай. Банановый. Попробовала. Это не первый раз буду пробовать. Пробовала, мне понравилось. Потом геркулесовая каша, вишня и яблоко. Потом носочки для Сурена. Вот такой батончик протеиновый. Вот такой батончик. С чем это? А, с курагой и с кокосом. Потом яблоко и апельсин. Кстати, я переоделась, потому что у нас уже холодно. И ананас с апельсином. Кажется, все. Ну и все. На 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 на